Утро понедельника мы, как всегда, посвящаем вопросам антимонопольного законодательства. Приветствуем. Читаем письма. Марина Вяткина задает вопрос. На днях к нам домой приходили агенты по продаже дорогостоящего пылесоса за 150 тысяч рублей. Рекламу этой техники я также видела в печати, но слышала, что эта реклама недостоверна. Стоит ли тратить такие деньги на это, казалось бы, чудо-машину? Можно ли доверять рекламе пылесоса? Марина, 1 октября Пермский антимонопольный комитет признал ненадлежащую рекламу дорогостоящих пылесосов. Так что выбирайте сами, кому верить, а кому доверять. Вообще любая реклама должна быть достоверной. Если вы рекламируете товар, вы должны честно говорить о качестве этого товара. Если вы присваиваете товару качество, которым он не обладает, это нарушение закона о рекламе. Это запрещено делать, потому что вы на самом деле вводите в заблуждение потребителей. Когда вы говорите, тот или иной товар может вас вылечить от аллергии, да, на самом деле, значит, а это не так, то вы действительно обманываете, значит, своих потребителей. И вообще, на самом деле, последствия могут быть достаточно печальными. В данном случае мы говорим о том, что закон о рекламе нарушен, и это делать нельзя, поэтому выдаем предписание о прекращении таких подобного рода реклам. Сейчас мы будем возбуждать административное дело и будем привлекать к ответственности рекламодателя, будем смотреть ответственность рекламораспространителя и так далее. Следующий вопрос от Сергея. Скажите, кто-то контролирует деятельность автостоянок в аэропорту Большое Савино? Там их две, и обе, по всей видимости, сговорились. Не так давно здесь цены за стоянку подскочили сразу одномоментно в двух местах. При этом альтернативы этим стоянкам здесь нет. И волей-неволей приходится отдавать немалые деньги за стоянку, когда приезжаешь в аэропорт. Пусть контролирующие структуры разберутся. Уже разбираются, Сергей. По нашим данным, есть признаки согласованности между двумя хозяйствующими субъектами, владельцами стоянок, которые одномоментно, значит, повысили цены, значит, на стоянку, значит, установив, ну, ее значительно выше, чем она была, и причем цена одинаковая. Значит, в данном случае мы считаем, что эти действия нарушают права потребителей, которые, значит, пользуясь услугами аэропорта, значит, не имеют альтернативы другой, нежели как, значит, поставить свое транспортное средство на эту стоянку, значит, заплатив соответственно цену, да, которая, как мы считаем, в ряде случаев не обоснована. Провели проверки выездные, мы зафиксировали эти факты. Сейчас материалы дела, мы возбуждаем, в стадии возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства. В ближайшее время мы эти дела рассмотрим и будем выдавать предписания в случае подтверждения фактов нарушения закона. Напоминаю, подробную информацию по этим и многим другим вопросам антимонопольного законодательства можно найти на официальном сайте. Интернет-адрес внизу экрана. И не забывайте отправлять жалобы и нам. Наши координаты прежние. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. Счастливо!